своими прекрасными голосами и выступлениями хора ЛДПР мы приглашаем на сцену лидера ЛДПР, члена Государственного Совета России Владимира Жириновского.
А потом и замечательный обед сегодня в нашей программе на митинге ЛДПР. Скажи, что обед для всех, кто уже проголодался, потихонечку в столовую, возвращайтесь туда-сюда, чтобы там человек 100 не больше вмещаться. Обед для всех. Вот там, знают, где столовая, идите, всех накормите, снова сюда. Как устанете, потихонечку зайдете. Это вот нам прекрасно, что из Смоленска герой вот отзывал, как молодой солдат. Видите? С одного села, где родился Юрий Гагарин. Смоленская область, город Гагарин. И в концлагере был. И какой сегодня жизнерадостный и здоровый, сколько наград. Поклониться ему, членам ДПР. Спасибо вам. Ну что, друзья, мы продолжаем. Ребята, давайте хор ЛДПР, а потом уходим в пляс на весь день сегодня.